ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. В Чечне с очень большим размахом празднуют день рождения Путина. Там на стадионе плакаты, то есть как будто национальный праздник. Вот как вы считаете, за что чеченцы любят Путина? Он же их мочить в сортире хотел недавно. Почему я? Да я не знаю, сейчас я не из Чечни, но я считаю то, что все равно для народа сделал то, что не делал никто. И они за это его и любят. Почему? Я даже не знаю, он привлек инвесторов, дал... можно сказать, поднял Чечню, она так отстроилась. Я не знаю, кого надо, замочил, наверное. Это мне так кажется. Ну, надо как-то в республике поддерживать мир, поддерживать таким образом, мне так кажется. Я там не был, поэтому. Не знаю, трудно сказать. Какое-то предположение, за что? Предположение? Ну, значит, уже перестал стараться их мочить в сортире, сделал большое добро, видимо. Преференции, может быть, для них какие-либо, либо еще что-нибудь. Вообще без понятия. Без понятия, мы не знаем. Трудный вопрос. Что-то связано с помощью. Он помогает. Да, я думаю, что да. Да. Ну, он же не всех чеченцев хотел смочить в сортире. Он только тех, кто боевики, которые какие-то нехорошие действия производят, а обычных-то людей он не собирался мочить. А другие его любят, да? Ну, я думаю, да. Я даже не знаю, я в политику не лезу, так что... С этим вопросом не ко мне. Ну, а вы вот предположить можете, как они его любят, если он с ними воевал 5 лет? Ну, сейчас-то он там денег дал, Грозный расстроился так, что небоскребы и все такое, так что... Честно говоря, понятия не имею, я за эту тему не слежу, ребят. Не знаю, может быть, там у Рамзана с ним хорошие отношения, Рамзана Кадырова. То есть это личное, да? Наверное. С чего я не слышал такого, что то, что он хотел мочить их в сортире. В 99-м году, как? Это известная фраза. Не слышал такую фразу. Слышали, нет? Первый раз слышу. Такой провокационный вопрос на самом деле. Не всех, наверное, хотел мочить их. Я могу сказать так, людям свойственно заблуждаться и ошибаться. Кто, они ошибаются или он? Вот однозначно ошибаются, да. Вы не считаете, что они вот унижают себя любовью к нему? Он же там равнял их с самолетом. Когда такая война, когда ты не знаешь, что будет, как пойти просто в магазин за хлебом, убьют тебя, не убьют, и когда просто становится спокойно, и ты знаешь, благодаря кому это случилось, ты готов ему, мне кажется, простить. Мне кажется, это не благодаря Путину случилось. А благодаря кому? Не знаю, и он тут при чем? Но если вы не знаете, откуда вы можете знать, что он готов был их убивать? Нет, ну они просто перестали воевать, вот так скажем. Они просто решили договориться. Ну, насчет войны не знаю, как... Они же могли дальше воевать, им никто... У них сил-то еще хватит. Ну, мне, конечно, нашли какой-то компромисс. Ну, сейчас война, это война, что ли? Я не думаю, что и тогда была какая-то война. Это бизнес, как всегда, я не знаю. Кто еще раз? Ну, вот чеченцы. Зачем эти плакаты, там, российские флаги? Они же воевали с ними. Ну, в общем-то, я считаю, что одна страна, и если будет разделение Чечни от России, то мало им не покажется. Съедят. То есть это в их интересах? Да, да. А на самом деле, как вы считаете, большинство там любит Путина или нет? Я не знаю, как по поводу любви конкретно к Путину, но, во всяком случае, они не хотят возвращения в то, что у них было 20 лет и 15 лет назад. Лучше, наверное, так, чем никак. По-вашему, за что они его все-таки любят? Вот какая причина любви такая к Путину? Потому что день рождения Путина не отмечают даже в Москве. А какая причина любви и культа одного человека? Большой вопрос. За то, что правитель хороший, наверное, за это и любят. Как вы считаете, в целях борьбы с терроризмом допустимо у людей на улицах проверять мобильные телефоны, что они там пишут кому? Думаю, что нет. А я с этим не сталкивался, не знаю, честно говоря. Не могу сказать, я об этом не слышал. Нет, я думаю, нет. Ну, это у каждого личное, не знаю.
Ну, если идет человек подозрительный, то можно, конечно, но... Почитать? Нет, почитать нет, конечно же нет. На улице? Ну, наверное, в некоторых случаях можно. Я считаю, что нет. Право, как это называется, право личного, как сказать, пространства, личного общества, общения не должно как-то ограничиваться из-за того, что какие-то люди нарушают права других людей, и ты ограничиваешь, получается, других людей, проверяя их телефоны. Это сейчас же с пакетом Яровой вступает в силу. Тоже глупо, конечно. И без проверок же проверяется. Это, мне кажется, нельзя так делать. Потому что какая-то свобода должна быть у каждого человека. Ну, наверное, в таком контексте нет, но в целом при подозрении, может быть, стоит. А если выборочно из толпы? Ну, тогда, наверное, нет. Нет, да? Думаю, нет. Нет, недопустимо. Зачем? Это не приведет к результату хорошему, допустим. Ну, вторжение в частную жизнь – это не есть хорошо, скажем так. Я поддерживаю. Если к вам подойдет мент и скажет, дайте я почитаю, что вы там пишете, вы согласитесь? Мент, наверное, нет, а если полицейский, который представится по форме, как-то это обоснует, может быть. Он обоснует, что это проверка? Ну, обоснует проверка. На каком основании он же должен обосновать свою проверку? Борьба с терроризмом, взрыв в метро. Да, покажу, наверное. И он почитает ваше сообщение? А я ничего такого не пишу, чтобы можно было скрывать. Вы бы согласились на это? Я бы не согласился. Ну, если бы он мне доказал, что это законодательство, что же я тут могу сделать? Ну, наверное, это не очень хорошо, как мне кажется. Но я об этом не слышал, честно. Мне это надо обмозговать, прежде чем тут отвечать сходу. Нет, конечно. Нет. Нет. Не, ну сейчас такие законы выходят каждый день, что ты удивляешься, как тебя ограничивают по чуть-чуть. Я не удивлюсь, чем, если через год будет такой закон, и ты не сможешь сказать нет. Ну, вот за или против? Против, конечно. Ну, похож на террориста. Нет, конечно. Ну, я буду недоволен, конечно. И там, да, это не поможет, я думаю, решить проблему. Защита персональных данных, это прописано в Конституции, и я не обязана никому показывать свою переписку. Ну, это абсурд на самом деле, проверять на улице вот так вот простого прохожего. То есть вы против, да, таких методов? Ну, это нелепость, это абсурд. Не те методы.